В Оршанской РУВД обратилась местная жительница. 83-летняя пенсионерка сообщила, что стала жертвой аферистов. По телефону ей позвонила женщина и под видом ее внучки сообщила, что стала виновником дорожно-транспортного происшествия. Затем в разговор включился лжеследователь, который сообщил, что для решения вопроса о непривлечении внучки к ответственности необходима крупная сумма денег. Он стал говорить, что, знаете, я постараюсь уладить это дело. И деньги положите, платите. Придет человек, отдадите тогда. Оршанка поверила мошенникам и передала 1350 долларов США и 3600 белорусских рублей. Оперативниками в течение 2 часов курьер был задержан. Им оказался 22-летний неработающий местный житель. Оршанец нашел подработку в мессенджере Telegram. Деньги он успел перечислить через платежный терминал банка на указанный куратором счет. В качестве вознаграждения оставил себе 400 рублей. Подозреваемый задержан.